Турция не признала возвращение Украины, возвращение Крыма России. Да? Но мало кто знает. А Турция не признала также присоединение Украины к Крыму. А почему? А оказывается, эти безграмотные невежи от истории, в том числе Никита Сергеевич Хрущев, ну, безграмотный был товарищ, по соглашению о передаче Крыма Российской империи, подписанное с Великой Екатериной. Там есть один пункт. Если Россия отказывается от Крыма, то он возвращается в Османскую империю. Так что когда Никита Сергеевич Хрущев отказывался от Крыма, он не мог отказаться от Крыма в пользу Украины, не существующей по закону, по международному соглашению, которое действует и сегодня. Он должен был вернуть Крым Турции. Но кукурузник, это для него была слишком высшая математика. Он же кроме арифметики ничего не знал и не понимал. Но, да, ну и что? И это мешает России? Это неудобно, да. А вот насчет деятельности Турции в республиках Средней Азии, ну, надо признавать историческую реальность. Я говорил об этом в России. Говорю, вы говорите о славянских народах, правильно? Славянских народов много. И славянским народам, ну, если говорить о литовцах, которых окатоличили, поляки это славяне, чехи славяне, болгары, все черногорцы, я же не говорю о сербах. Много славянских народов. Вы чувствуете какую-то общность, вы хотите о каком-то культурном сотрудничестве славянских народов. У вас общая история, языковая база. Ну и в большинстве своем, если не брать поляков и чехов во внимание, у вас общая религия. Также существуют тюркскоязычные народы, тюркская культура. Это якуты, это казахи, это киргизы, это татары, и крымские, и не крымские. Это азербайджанцы, это узбеки. Это много тюркскоязычных народов. Они все часть тюркской культуры. Что плохого в том, что турки, так же как славяне, говорят о том, что у нас есть что-то общее. Кто еще относится себя к группе тюркской культуры? А? Вы будете удивлены. Но в последнем съезде кто принимал участие? Венгрия. Они-то пришли с Урала. То есть, так же как и болгары. То есть, есть определенная культурная, цивилизационная общность, которая называется тюркская. Пока это основывается на уровне культуры, как сегодня делает Турция, да, это не переходит границы в политическое единое образование. Да никто же этого не хочет. Что, Азербайджан хочет стать частью Турции? Хотя азербайджанцы очень, очень близки к Турции. Ну вот последний пример, турецкие выборы. Третье место взяла националистическая партия Турции. И руководитель этой партии поддержал Эрдогана. А он мог не поддержать Эрдогана, который является национальным героем Турции, национальным деятелем Турции? Не мог. Кроме всего прочего, а почему? А он азербайджанец, он не турок. Он азербайджанец. И в Турции, при братском народе, он азербайджанец, он не турок. А вот тот, кто выступал против
Эрдогана, он исмаилит в суннитском государстве. Надо было и быть идиотами, чтобы ставить на человека, который принадлежит к исмаилитам, надежду, что он станет во главе Турции. Во главе Турции может быть только турок, мусульманин, суннит. Больше никто. Турция – это не Иран. Так что тюркская культурная, цивилизационная общность, без того, чтобы она переходила в какие-то политические, государственные рамки, кому она должна мешать? Почему сразу надо кричать и устраивать истерику? Потому что это может быть, нет? Пока, я еще раз говорю, самое близкое, самое дружественное к Турции государство, Азербайджан, говорит только о независимом Азербайджане, независимым от Турции, независимым от Ирана, независимым от России. И только это может обеспечить ее независимость. Так что не надо пугать людей тюркской овладением Турцией, что Турция завтра овладеет Средней Азией. Ничего подобного. Никто этого не хочет. Прежде всего народы.